Привет, я в метро, хочу проехать в центр Вашингтона, я хочу попасть в ботанический сад, и сейчас мы поедем. Здесь метро в Мэриленде в большинстве наземное, не подземное. Я сейчас еду и вижу то, что происходит на улице. Едет очень быстро. Очень прикольно, интересно. Я начинаю считать станции. Нужно проехать 12 станций, чтобы выйти в центре Вашингтона. Я приехала. И вот я хочу попасть сюда. Я подхожу к какой-то скульптуре. Это Капитолий, видимо. Вот вокруг. Иду дальше. Я продолжаю путешествие. Сейчас вышла к такому небольшому фонтанчику. Вот какая растительность. Здесь стоят корабли, макеты. Великолепные деревья. Я даже не читаю их названия, потому что все равно не запомню. Кто-то отдыхает, кто-то делает фотографии, пока еще дышит телефон или планшет. Там что-то растет. Я попытаюсь найти еще один зал. Я иду дальше. Я продолжаю экскурсию. Здесь на каждом шагу примечательности Вашингтона. Сейчас я стою около Томас Джефферсон Мемориал. И, конечно, все утопает в цветах. Пойду брошу копеечку. Так, вот то, что я искала, это конструкция, макет старой американской железной дороги. Здесь ездит поезд, такие тут станции. Очень нравится детям вот поезд. Это около елочки. Это, пожалуй, любимый и один из основных залов ботанического сада. Сейчас я хочу посмотреть. Нужно подождать. Фотографии делаются. Хочу посмотреть, что здесь. Фото на память. Я сейчас в зале, где растут тропические всякие разные, вот лимоны, цветы, и самое главное, я увидела оливковое дерево, я очень люблю оливки. Вот. Это апельсинка, хочется скушать ее. И вот такие скромные оливковые деревья, я не знаю, какие они вырастают или не остаются такими маленькими. Здесь очень красиво, и здесь все орошается, зелень свежая, здесь такой воздух специфически влажный и очень теплый, тропический. Я сейчас покажу, как
это выглядит сверху. Я еще не поднялась на самый верх. Здесь несколько залов. Очень много туристов, праздники. У людей хорошее настроение. Американцы уступают мне дорогу. Когда я фотографируюсь, они останавливаются. Вообще все здорово. Люблю Америку. Вот какая красота. Я в раю. У нас сегодня очень солнечно. С утра пришлось поговорить насчет политики, читать много гадостей в свой адрес. Вот. Ну, это такая мне... Такой релакс я себе устроила. Вообще, конечно, противно то, что происходит на Украине. Противно, гадко. Ненависть. И такой огромный контраст. I'm sorry. Такой огромный контраст с тем, что здесь в Америке. Чувствуется такое праздничное настроение, люди отдыхают, все улыбаются. Я себя тоже учу улыбаться и говорить какие-то приятные вещи американцам. У них это уже вошло в привычку. Я учусь быть приветливой, я знаю несколько английских фраз. Ну и что еще сказать? Пальмы, они великолепны. Дальше. Сейчас 4 часа дня. Да, я еще посмотрю, в каких залах я не побывала. Я заканчиваю свою прогулку. Сейчас я возле такого небольшого водопада, все натуральное. И я увидела, как растет шоколадное дерево, кофейное дерево, оливки. Конечно, одного раза мало для посещения. Я надеюсь, сюда еще вернуться. И еще у меня заканчивается память на телефоне. Я снимаю пока на телефон. Вот еще очень красиво. Это кактус. Вот, и еще надеюсь сейчас выйти, еще не совсем стемнело, и надеюсь еще погулять в Вашингтоне. В Вашингтоне садится солнце, а сейчас я около такого бассейна. Сегодня прекрасный день был, очень солнечно. Я даже не знаю, где, на какой стороне. Уже вечереет, люди гуляют здесь очень красиво. Я тоже немножко погуляю. Ах да, там елочка. Наверное, я пойду к ней.